Итак, дорогие мои, всем привет! Сегодня у меня вот такая гора. Я уже отфильтровала все, что было там по 10, по 5 штук. Ну, практически все. И сейчас будет заказик. Вот такая гора. Куча чеков. Куча всего тут навыпадывала. Да, ну что ж, давайте сначала пробежимся по чекам. Значит, тут чек на 33 тысячи. Это сигнумы. Так, наверное, надо вот так прибавить, чтобы видно было, вот кому мы фиксируем. 33 тысячи. Это у нас сигнумы, да, с очень крутой скидкой. Тут у нас на 1500 заказ, такой вот скромненький, маленький, кое-что я забыла. И далее, конечно же, поддержка печени по VIP-акции, всего за 960 рублей. Это для VIP-ов, да, такие вот скидки с VIP-18, можно брать 2 БАДа. И сейчас делают 3 БАДа с 70% скидкой. Ну, там не только БАДы, там огромный список, но я беру, конечно же, БАДы. Ну, и самый наш главный БАД – это поддержка печени и кишечника. Вот я взяла поддержку печени, получается, там вот еще третья штучка. Вот такую вот красоту с артикулом 150. 58-42. Отличный состав, отлично восстанавливает печень, все прям нравится, действительно с него даже и энергии как-то вот побольше. Следующая — это паста Soyeon. Все-таки мы ей все чистим, все моем, все прибираем, потому что она мне прям, ну, понравилась, да, видите, какая у нее густая консистенция, хотя если ее потрясти, она немножечко течет. Вот, она практически идет без запаха. Да, запах, ну, есть какой-то, но его вообще практически незаметно. И этой пастой можно чистить все. Прям, я не знаю, и мойку, и унитаз, и кастрюли, и любые поверхности, и пластик, двери, окна. В общем, все, что захотите, поэтому я беру артикул 30.0.33. Конечно, мы еще не очень привыкли к этой чистящей мусс-пасте. Не всегда ее используем, иногда даже в генеральную уборку можем про нее забыть. Но она действительно очищает абсолютно все. И сковородки, и свечи. Посуды, раковин, ванны, обуви для очищения от смазок, грязи, сажи, мазута. В общем, все. Способ вот у нее применения, вот какой у нее составчик. В общем, паста — это вообще просто кладезь. Кладезь всего самого-самого полезного. Далее, ножик у меня заказали. Это обычный нож для овощей с чехлом. Артикул 910.003. Очень понравился нож. Человек у меня побывал в гостях и захотел такой вот обычный ножик для овощей. Сказал, что прям мега-вау. Этот человек у меня и мисочки все время заказывает. В общем, ножик ее. Далее, универсальный крем с аргининым, с сабельником. Так, и еще вот третий был, в общем, найдется, да, это тоже у меня заказали. С сабельником я сама постоянно его использую, вы его постоянно видите в рубрике «Пустые баночки». Почему? Потому что он очень хорошо снимает боли. Я его перемешиваю в Signum One, сразу же снимается боль в течение получаса, и на следующий день ничего не болит. Если, конечно, боль сильно мега острая, там что-то защемило, человек уже вставать не может и так далее, он, конечно, снимет, но не за один раз, а у меня просто тянущие боли в пояснице получается. Посмотрите, как все к вам хочет. Да, в обзор. Значит, с сабельником очень сильный у него запах. Сразу предупреждаю, запах мега сильный. Артикул 1282. Сабельник меня даже по ночам будет. Если я намазала им спину, это крышка. Я когда переворачиваюсь, воздух из-под одеяла выходит. И там как будто вот, я не знаю, как это даже сказать, такой аромат в нос, и я от него просыпаюсь. Ну и, конечно, мой любимчик крем с аргинином 1279, тоже у меня его заказали. Он содержит биоактивную форму аргинина и комплекс натуральных экстрактов. Имбирь, каштан, донник, листья подорожника. Ну, они делают все для суставов и кожи. Тоже очень хорошая космецевтика. Далее, конечно же, это же у меня купоны, как вы поняли уже. Все, что мне приходит по купончикам, я прям люблю этим делом хвастаться. Ну, конечно, Дейси Ватер, позитив, с очень классным ароматом. Тоже набрала немало, потому что он мне очень-очень нравится. Артикул 10.059. Очень рада, что аромадиффузоры все-таки вернулись. Это прям моя любовь. В магазине я не смогла найти такие диффузоры, которые и качество воздуха меняют в лучшую сторону. Да, вот эти запахи неприятные исчезают с их помощью. Не знаю, каким образом. Не перекрывают, а именно чистят они как будто воздух. Вот я не знаю, что это такое. Но тут состав 30% основа растительного происхождения, от 5 до 15% смесь ароматических и эфирных масел. Вот в этом классном составе, конечно же, и пропадают все неприятные ароматы, и приходит к нам тот аромат, который мы берем, да, в данном случае Дейси Ватер. Тут идет растительная основа, они идут без спирта, они содержат эфирные масла настоящие. Запах очень приятный, такой, можно так сказать, дорогой. Хотела сказать драгоценный, потом думаю, нет, дорогой запах. Ну, можно и драгоценный сказать. В общем, супер, просто супер. Очень их люблю, тоже много штучек заказала, где-то тут вот чек
как есть. Далее, по бонусу за покупку. Я не могла не заказать масок. Я всегда заказываю все по одной и беру с собой в путешествие. И вот вы знаете, редко какая маска мне не пригождается. Первая маска — это ретинол. Это обычная тканевая масочка. Ну вот тут увидите, артикул 2070. Эта масочка у нас идет авокадо. Комфорт называется. Питает кожу, активизирует естественные процессы. Артикул 2074. Дальше коллаген. Ну, сама за себя говорит. Это главный белок. Тут два вида коллагена у нас с вами содержится. Ну и нужно обязательно знать, что после 30 лет количество коллагена снижается на 1% каждый год. Мне уже 40. У меня поэтому сокращено коллаген на 10%. Ну, я, в принципе, на лице это ощущаю. Вот, поэтому, конечно, активно тоже пользуюсь. Артикул 0461. Дальше гиалуроника. Масочка, да, с гиалуроном. Артикул 0464. Ну и гиалурон, конечно же, это увлажнение. Это магнит влаги. И маска содержит гиалуроновую кислоту двух размеров для комплексного воздействия на кожу. Она борется с сухостью, шелушением, тусклостью, преображает и освежает кожу. Поэтому тоже очень мне понравилось. Далее, это, наверное, в сотый раз беру. Называется антигравитейшн, или как это так, антивозрастная маска. 2072 у нее артикул. Все масочки одноразовые, не знаю, кто там по 2, по 3 раза писал, используют. Я не рекомендую, дорогие мои, пожалуйста, не надо этого делать. И, конечно, что тут указано, это то, что химический состав граната уникален. В нем содержится огромное количество витаминов, незаменимых аминокислот, органических кислот, полезных микроэлементов. И недаром ее с древнейших времен считают одним из самых действенных антивозрастных компонентов. Поэтому маска с гранатом, она стимулирует выработку кожи естественного коллагена, улучшает микроциркуляцию, оказывает омолаживающий эффект. Это все здорово. 2072. Алоэ. Это мало ли там человек сгорел на солнце, или сыпь какая-то, или еще что-то. Артикул 0463. Алоэ вера — это древнейший косметический ингредиент, и листьями сока алоэ пользовались и даже Клеопатра и Нефертити. Сок алоэ вера содержит более 75 питательных ингредиентов, и маска с алоэ повышает тонус кожи, освежает, смягчает и, понятно, что борется с раздражением и восстанавливает кожу, что тоже очень здорово. Далее маска пептидная. Да, пептиды нам тоже очень нужны. Артикул 0462. Она активизирует синтез структурных белков кожи, обеспечивая лифтинг-эффект. Рекомендовано использовать регулярно для омоложения кожи. Ну и тоже один раз сделали, уже будете выглядеть свежее. Это факт. Дальше дигидрокверцетин с витамином А, С, Е. Это мозги, сосуды. Ну, все то же самое, что омега, только немножечко другой формы идет. Почему? Потому что дигидрокверцетин, его открыли недавно. Его там совсем чуть-чуть капсулы. Это дорого, кто-то ругается, но дигидрокверцетин — это та самая вещь, которая и сердце делает здоровым, и мозги более сообразительным. Он не может стоить дешево, но его нужно пить. У меня дочка 11 лет пьет по одной штучке в день. У нее всегда были холодные руки, сейчас у нее ручки потеплели. То ли что-то сосудистое у нее, то ли что-то вот, но кровообращение было нарушено. Вот дигидрокверцетин нам его исправил. Мы перестаем пить, где-то месяца через 2,5-3 снова становятся ручки холодные, мы его возвращаемся пить. Я сейчас даже решила перерывы особо и не делать. Артикул 157.90, по одной штучке в день, она прям съедает его, жует, глотает. Я не знаю, как у нее это все происходит, но она прям вот его очень хорошо принимает. Ну и старшенькой, конечно, тоже нужно. Далее, Signum 17. Про него, конечно, много написано, очень классных вещей и очень крутые отзывы, такие как, например, прошел мастит, прошли боли при женских днях, да, то есть очень много чего написано. Вот прям поставьте на паузу, почитайте, да, сделаю вам крупнее. Тут и хром, и марганец, и йод, селен, цинк, магний, железо, калий, ну и, конечно же, пептидный комплекс 17. И он идет как профилактика заболеваний, связанных с изменением гормонального фона. Он лечит остеопороз, заболевания груди и женской половой сферы. Очень-очень рада, что у нас вообще чистота появилась в нашей компании. Я вообще про эту чистоту узнала. Просто феноменальный и состав, и все. Даже в полголоса хочется говорить. Да, он стоит дороговато, но он поможет всем. И моей маме в 77 лет он помог, да, ой, 78, господи, простите. И мне он помогает, и старшей дочке, младшей, конечно, мы пока не даем, это рано еще. Артикул 158.31, то есть очень такая крутая штука. Далее у нас с вами идет абсолютно новая новинка с артикулом 15905. Это масло кедровое с кедровой живицей и сигнальным пептид-комплексом Signum 8. Он идет как комплексный продукт, который улучшает состояние бронхолегочной системы в целом. Успокаивает слизистую оболочку дыхательных путей при воспалении, обладает отхаркивающим действием, укрепляет иммунную систему организма. Их также, как и предыдущие, нужно пить по 2 штучки 2 раза в день, во время еды или после еды сразу. Область применения у него идет обычная пищевая добавка, которая рекомендуется в качестве дополнительного источника.
источников витаминов В1, В2, В3, ПП, да, который В4, ЕЦК, терпеноидов, омега-3 и омега-9. Противопоказания у них обычные. Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость и так далее. Мы его еще только хотим попробовать с мужем. Взяла тоже 3 штучки или сколько-то, да? Ну, по-моему, да, по-моему, 3 штучки взяла. Смотрю, тут уже очень классные отзывы, да. Здравствуйте, у меня сосед с бронхиэктической какой-то болезнью, стало намного легче уже в первую неделю приема. Говорит, прямо гнойные сгустки выходили, а сейчас дышится легче и начал спокойно ночью спать. Вот такая вот классная история. У меня папуля кашляет очень сильно, у него тяжелые металлы есть в организме, мало того, что он 7 лет назад был парализован. И, конечно, мы с доктором решили ему вот эту вещь заказать. Да, это дорого, вот я сейчас на сайте. По моей цене он стоит, ну вот, 5000 рублей. Но все-таки я решила заказать, пусть папа пропивает. Ему, конечно, надо долго пить, потому что он кашляет уже лет 30. Поэтому пусть пропьет, а вдруг ему будет легче, вдруг он ночью будет спать спокойнее. Все-таки ему 12 сентября исполнилось 79 лет, это уже такой хороший срок, да, и, конечно, бы хотелось, чтобы он как можно дольше жил и жил лучше, чтобы качество жизни его было лучше. Дальше, пена для бритья, в каждом, наверное, моем обзоре, была по бонусу за покупку, поэтому я, конечно же, взяла пару штучек, артикул 0533, пару штучек взяла, очень, конечно, мне нравится. Далее, патчи, уже половину раздарила, мне тут грибочков приносили, я подарила пару коробочек патчей Айсиул и Океанум, потом зелени приносили мне очень много, помидорчики, огурчики со своего города, я тоже все на патчи меняю, люди рады вообще, обожают они эти патчи. Ну, за что обожают? У них тут реально очень крутой состав, и пептиды, и гидролизированный коллаген, и экстракты икры, и вот даже недавно ко мне девчонки приезжали на вороночку, и у одной морщинки вот от подушки, от всего, ну, никак не проходили, а ей нужно было снимать воронку. И вы представляете, она сделала эти патчи, у нее все сразу же прошло. Поэтому, ну, прям великолепная вещь, которую я из года в год уже заказываю, Океанум, артикул 0946, очень-очень их люблю. Выручают в любой ситуации, беру, езжу их и так далее. Хоть у нас и посудомойка, но иногда приходится и что-то мыть, то, что нельзя в посудомойку складывать, поэтому гель-концентрат для мытья посуды, кумкват и питая. Нам очень понравился по действию, как, в принципе, и все, что есть, да, в компании Faberlic, поэтому мы с превеликим удовольствием заказали его еще раз. Артикул 30019. Он такой густой, клевый, классный, тоже концентрированный, его тоже можно и разбавлять, и все. Далее я заказала где-то, по-моему, 10 пачек вот такого порошка для белых и цветных тканей, но в основном они для белых, ярко окрашенные. Конечно, мы этим стирать не будем, но тут это и написано. Стирает хорошо, отлично. Раньше я брала гель, но геля что-то пока нету. Беру порошок, он заменяет 3 килограмма обычного порошка. То есть одна пачка заменяет 3 килограмма. Стирает великолепно. Артикул 30022. 800 грамм всего, да? То есть вот такая вот клевая штукенция. Очень нравится. Часто его раньше заказывала. Сейчас пока геля нет, вот мы перешли на этот порошок. Далее, любимый чай мужа. Не поверите, взяла 15 штук. Почему? Потому что он его очень любит, его очень разбирают. По идее, это фитоконцентрат для контроля веса. Но если беспорядочно кушать, везде путешествовать, что попало, да, там пиццу, роллы и так далее, то, конечно, он не особо-то поможет. Но энергии дает он реально много, потому что в составе есть гуарана. И он сейчас не такой сладкий. Консистенцию, цвет его вот тут увидите. Я его уже снимала. Хорошо, что у меня есть вставочки на любимый чай мужа. Артикул 158-75. Просто красота. Так, дальше. Сегодня как раз делала эту маску. Отправила ее в пустые баночки. Да, товарооборот продукции Faberlic в природе. Черная как ночь маска детокс для лица с древесным углем. Ну что она делает? Она освежает, она идет как экспресс-маска, уход для уставшей кожи всего за 15 минут, а вы ее делаете. Я в душ зашла, помыла волосы для начала, нанесла маску для волос, потом умыла лицо пару раз, нанесла маску детокс. Все, в принципе, все. Потом пока мою тело, там еще что-то, да, какие-то гигиенические процедуры провожу. Проходит 15 минут, и я все это дело встаю под душ и разом смываю. Только смотрите, после маски для волос, она же не закрывает чешуйки, не закисляет, нужно обязательно хотя бы капельку бальзамчика наносить и потом смывать этот бальзамчик. Артикул 0276 у этой маски освежает очень хорошо. Очищает поры, очищает кожу, восполняет энергию в клетках, выводит токсины. В общем, ну, улучшает цвет лица с помощью того, что очень хорошо очищает. Чем чаще пользуешься, в принципе, тем тоже лучше. Маски Faberlic я просто обожаю. Так, это еще одна печень, еще один Signum 15. Дальше поехали.
Биосредство моющее универсальное для жесткой воды. Хонгдон Гринли. Это у нас идет как мыть полы. Но в принципе им можно мыть абсолютно все. Да? Ну, смотрите, как хорошо видно аннотацию. Все. Он идет 500 мл. Артикул 10897. Отлично пенится. У него натуральный аромат с эфирными маслами. Поэтому тут вообще как бы прям натуральненько так моете пол. И прям такой вот натуральный, клевый, классный аромат у него. Также он содержит комплекс биоразлагаемых моющих компонентов растительного происхождения. И поэтому не нужно его смывать. Он не требует смывания, поэтому, конечно, я его люблю за это. Да? То есть он такой, видите, жиденький, приятненький. И очень-очень хорошо пенится. И у него легкий, классный ароматик. То есть очень такой, ой, мне нравится. Ну, как раз вот этими цитрусовыми такими эфирными маслами. Так, дальше. Витаминное жидкое мыло Витамания. Арбуз, дыня, баблгам. Артикул 3381. Не удержалась. Тоже когда по бонусу за покупку вот это вкуснейшая Витамания. Я все взяла по одной штучке. Но у нас две ванны плюс кухня, поэтому найдем куда расставить. Заканчивайся, оно там стоит. 300 мл идет. Далее манго, папайя 3382. Все ароматы просто безумно яркие, вкусные, классные. Обожаю, поднимают настроение. Далее 300 мл 3383 артикул. Смородина, черника. Тоже приятный такой, хорошенький аромат. Он мне, конечно, всех меньше нравится. Он не химозный. Конечно, баблгам там что-то цитрусовое вкуснее кажется. Ну, мне, да. Ананас и лайм 3384. Тоже очень вкусненько. Все мыла такие густенькие, да, видите. Сейчас капнет. Да, то есть вот такая у них консистенция, поэтому пенится великолепно и тут очень экономные. Ой, аромат, у меня сейчас апельсины и ананасы, все вместе. Моя любовь. Самая, наверное, любимая любовь. Ну, вы поняли, да, почему мне понравился наш новый алхимик аромат. Я люблю что-то такое вот древесное, свежее, цитрусовое. Очень обожаю. И алхимик, если вот новая водичка мне понравилась тем, что она идет еще с ароматом мха, да, у нее в шлейфе мох, то вот эти воды я люблю за то, что вот это напоминает мою самую любимую воду, которой я пользовалась 10 лет в Avon. Как же она называлась, господи? Today, Tomorrow, Always. Вот. Очень мне нравились. И вот эта Шанти, на мой взгляд, еще и вкуснее, чем та вода. Прям обожаю. Обожаю вот эту Шанти. Она еще идет плюс успокаивающим комплексом. Да, там идет Zen-комплекс, который успокаивает. Артикул 3079. Очень прекрасная водица. Она у меня сейчас прям в сумочке, эта Шанти. И Джема Эльфна. Говорят, что похожа на императрицу, но императрицу я ни разу не слушала этот аромат. Вот не знаю, буду где-нибудь, может, где-нибудь ритуально, дьюти-фри и так далее. Попрошу запах императрицы хотя бы послушать, но она мне тоже очень зашла эта водица. Почему? Потому что вот этот легкий аромат зеленых лугов и тут же цветы. Такой прям неодносложный очень аромат. Очень приятный, легкий, воздушный. Бывает, мне что-то хочется такого тяжелого, но не всегда. Дальше Омега. Вот Омегу я, кстати, еще не разобрала. Сейчас вы будете шокированы. Но! Да, я заказала прям вот столько Омеги. Мамам, папам и так далее. Она шла по акции 666 рублей по купонам. И, конечно, я заказала 30 штучек. 10 себе, 10 мамам, папам, 10 другим мамам, папам. Да, слег свекровь и мама, папа. То есть все у меня вот сейчас и разойдется из этой коробочки. Омегу нужно пить на постоянной основе. Вот я одну в коробочку положила, но еще вот не успела унести. Поэтому вот такая куча малам. Мой врач мне постоянно говорит: Аня, как твоим родителям повезло, что у них такая дочь? Я говорю: ладно, не хвали. Говорю, наши родители нас растили, теперь мы им продлеваем жизнь. Еще один порошок. Так, это у нас бальзам для тела с мумиё. Заказала для кучи. У меня девушка хочет его попробовать. Артикул 2826. Он идет как крем-бальзам с мумиё, который способствует восстановлению кожного покрова, помогает сохранить упругость, эластичность и натуральные компоненты питают, увлажняют кожу. Активная формула включает в себя экстракт календулы, витамина F и эфир масло пихтовой хвои, дополняющих и усиливающих действие алтального мумиё. Ну, что могу сказать, космецевтике Фаберлик я всегда доверяла, доверяю и буду доверять, потому что я вижу с нее реальные результаты, а не то, что там реклама по телеку прошла, ты это покупаешь и не видишь ничего. Тут реальные есть результаты, и это, конечно, факт. Артикул 2826, но оно не мое. Понятно, да, что я его сейчас буду отдавать. Далее фитобальзам с живицей для тела. Он, благодаря восстанавливающим свойствам живицы кедрового масла, фитобальзам является универсальным средством. Он питает, смягчает,
очищает кожу, в том числе очень сухую и шелушащуюся. Также он омолаживает. Вот такой вот состав. Артикул 28-28. Тоже такая вот красотища. Так, дальше решила я. Была распродажа. Уже мы с Викой примерили. Решила я платьишко такое заказать. Ну, оно типа новогоднее, но вы знаете, когда дома прохладно, вот даже скоро, да, у нас будет прохладно вечерами. И, конечно же, пока отопление не включили, очень даже хорошо. Нет, у нас, конечно, установлены кондеры, но всякое бывает. Где-то недовключил, где-то перехолодило, да. Такое вот клетчатое клевое платьишко для Викуси. Тепленькое, хорошенькое. В нем, конечно, уютно, да. Одели мягкие теплые тапочки с носочком, леггинсы и вот это платьишко. И просто великолепно. До груди вот застегивается, расстегивается. То есть это не болваночки. Очень удобно. Вике нравится. Всегда смотрю распродажи, потому что я очень много покупаю и себе, и всем родителям. И, конечно, если распродажу не смотреть, то можно и в лужу сесть. Далее, с размером XL дочке шорты-велосипедки женские. Они, конечно, классные, но 2XL не было, а дочке вот они очень понравились. Легкие, приятные, такие обычные, синие, с любой футболочкой надел и пошел. Ей прям великолепно они подошли, поэтому пусть носит с удовольствием. А вот у нас и чек, еще один чек. Ну, тут на 9000. А вот как раз шорты велосипедки 800 рублей всего. Пакетики, купоны на летние скидки 10 штучек. Концентрат коллаген. А коллагена тут еще и нету, значит, он в другой коробке коллаген. И чек, наверное, в другой коробке, да. Вот пена для бритья. Где-то еще должен быть чек, скорее всего. Просто мне несколько коробок приходило, скорее всего, в другой коробке. Далее, антиоксидантный комплекс. Его тоже нужно принимать. Мы его практически на постоянной основе принимаем. Но чем меньше наши клетки окисляются, чем дольше мы живем. По-русски говоря, поэтому пьем. Состав великолепный. Для тех, кто понимает, тут, конечно же, состав оценит. Очень хороший такой, да, и тут и асаи, витамин С, витамин Е, в общем, все, что нужно для того, чтобы не стареть, не болеть и так далее. Артикул 158-50, антиоксидантный комплекс. Дальше, освежители, акваспрей. Он идет на водяной основе, он идет не под давлением, он безвредный. Идет со свежим ароматом таких бельгийских цветов с легкими нотками мускуса. Очень нежный, легкий, классный, приятный, такой, как я люблю. Артикул 303-28. Свежий, очень хороший свежий аромат, поэтому я прям без ума от него. Тут тоже интересная такая закрывашка. Нажимаете и потом делаете распыление. Вот. Вот так. И распыляете. Вот видите, какое распыление идет, да? В коробке сразу видно. Всю коробку опылил. Нежная такая легкость, чистота. Вот в нос бьет, знаете, не сила запаха бьет в нос, а чистота такая, да, долетает. Очень приятный, конечно, аромат. Мне нравится. Так, гель концентрированный для стирки цветного белья. Для белого белья что-то нету, правда. Артикул 308-42. Ну, порошок он где-то рассыпается, где-то чего-то. Конечно, гель было бы удобнее. Но, к сожалению, пока вот только для цветного белья там продается. Так, дальше твердое мыло. Твердое-твердое мыло. Два кусочка идет. Это я беру, мало ли, в какую-то поездку еще что-то. Очень-очень-очень удобно. Артикул 2019. Думаю, лучше даже его открыть. Мыло тут разные ароматы. Один такой цитрусовенький, а второй более нежненький такой, да, цветочный. В общем, такие маленькие, хорошенькие мыльца. Много места не занимают и мало ли что страхуют. Да, бывают такие моменты, что мы ими даже иногда и стираем. Далее у нас с вами идут новинки пакетов. Пакетов, конечно, тут море. Давайте покажу сначала малыши пакетики. Совсем сильно новинки малышей я заказывать не стала. Но честно скажу, мне белые нравятся больше, чем красные. И предыдущие мне тоже по качеству они одинаковые, абсолютно крепкие, клевые, классные, хорошие. Но вот цвет ярко-красный мне как-то не очень нравится. Мне больше нравятся постельные такие оттеночки. Пакеты биоразлагаемые. Я люблю брать их, видите, да? По несколько штучек тут набрала. Скоро мы в поездку, очень удобно. Это артикул 781-276, вот такого пакетика небольшого. Далее идут огромные пакеты. Они реально просто огромнейшие. Тоже очень мега-супер крепкие. Я не знаю, такие пакеты в магазине можно ли найти. 781-278. Такая вот красота. Прям здоровенная, здоровенная. Так, эти я уже вам показала. Так, 700. Ага, это тоже они. А это вот большие. То есть все, два вида пакетов. Вот такая красота. Вечно они у нас заканчиваются. Но этот, как вы видите, просто огромный пакетище.
даже вот сделать подальше. Да, то есть вот он такой громадный. Если взять средство для мытья посуды, то вот оно. Ну, больше, конечно, мы вот такими пользуемся. Но вот тут мы к маме с папой ездили, папу положили в больницу, к сожалению. Он там грустит, мы ездили, ему всякого вкусненького всего отвезли. И, конечно, мы брали вот эти вот большие пакеты им. Вот, так они еще с этими пакетами сколько ходят. Очень долго ходят, говорят, ой, как здорово, ой, как классно. Очень хочется у компании Faberlic попросить биоразлагаемые пакеты для мусора. Их так сейчас мало продают. Вот бы нам еще, конечно, в коллекцию пакетов вот это не хватало. Ну что ж, мои дорогие, это была Кононова Анна, мой громадный заказ. И проект Faberlic Online. Конечно, широта нашего ассортимента позволяет практически не ходить в магазин. Постоянно ассортимент расширяется новинками и так далее. Это, конечно, очень-очень приятно. Ну и, конечно, спасибо вам за ваши комментарии. Тоже здорово.